это нужно отмечать вместе со своей семьей. Более старшее поколение может передать свои какие-то... Свой опыт, да, свое мнение. Более младшему поколению. В день молодежи нужно пропагандировать здоровый образ жизни, пропагандировать новые виды искусства. Я думаю, что массовые гуляния в этот день обязательно должны проходить, так как проходит у нас в городе, в Новосибирске. В повседневной обстановке услышать камерную музыку, которая исполняется традиционно в залах филармонии, в консерватории. Просто иногда бывает, что не хватает времени даже сходить куда-нибудь, а так ты пришел просто в метро, и тебе доступны просто шедевры классической музыки. Вообще, я пианист, но пианино в метро не притащишь. Вот. А на гитаре так играю для себя. И это прекрасный повод продемонстрировать то, что я умею делать.